Бельчонок мелкий, надо же. Злодей какой. Кстати, насчет, мне тут после одного видео разные предложения, что делать, чтобы не было всяких инцидентов, чтобы не воровали орехи там. Разные версии предлагают. Народ, есть простой совершенно способ. Не в том году, не позапрошлом году такого не было. А все почему? Потому что в том году по парку ходила охрана все время. Патрулировали не парк. В этом году и, по-моему, с Нового года такого нету. Не ходит тут никто по парку, никакой охраны тут нету. Вроде тут один охранник на пол парка сидит и все. А раньше патрулировали. Ходили патрулировали. Чего тебе дать-то? Может, такую штуку ты возьмешь? Такую штуку я возьму, да. И я. А ты возьмешь такую штуку? И я такую штуку, говорит, тоже, говорит, возьму. Такие штуки нам нужны. Прогнали они бельчонка. Вон он, бельчонок маленький бегает. Раньше по парку ходила охрана. Они их издалека. У них форма была. Вот летом они светлые формы, почти белые. Они ходили, их издалека было видно. Они, кстати, бежит обратно, бельчонок вроде как. Я, говорит, бегу обратно. Прибежал. Тут нет. Ты чего там хочешь порвать меня, злодей? Солнце. Тут вот в парке нету подлеска, нету орешника. Еще один бельчонок сидит. Чего он там ест? Огурчик. Совсем маленький бельчонок. Я говорю, в парке нету ни подлеска, ни орешников, никаких кустов. Их все вырубили. А почему вырубили? Потому что вроде как охранники, которые ходят по парку, они, им нужно видеть пространство, чтобы ничего за этими кустами ничего плохого не делалось. А охраны сейчас нет никакой. Тут еще одна мелкая злодейка. Это вернулся бельчонок. А это, говорит, ничья сумка лежит. Убежал. Тот бельчонок тоже убежал, на дерево куда-то залез. Мне интересно, почему в парке перестала ходить охрана? И, допустим, тут в парке много народу приходит в парк. Особенно в выходные. Тут толпы ходят летом. И ни одного охранника. И раньше полиция тут ездила. Никакой полиции опять тут нету. Никого тут нету. Тут местная парковая полиция есть, они ездят. В прошлый раз, который я полицию вызывал, они приехали, это городская полиция, они молодцы, приехали. Я, правда, с ними немножко поругался. Но они молодцы на самом деле, приехали буквально за 5 минут. И я думал, это парковая, нет, это какая-то городская полиция. А у них тут охранники в последнюю очередь все узнают. Местная, а должны, по идее, должны в первую узнавать. Бегает кругами бельчонок этот. Солнце. Спрыгнул. Не, просто интересно, он тут бегает, ему нужен орешек вот этот? Или чего он тут бегает? Чего тебе нужно, солнце? А я не смотрю на тебя. Раз не смотришь, тогда подай новое. Злодей какой, а? Из парка убрали охрану, и тут начался бардак. Я говорю, если много народу ходит, наверняка какой-то процент неадекватов. И чем больше народу, тем больше этот... Больше тут еще один бегает. Короче, тут охрана обязательно тут нужна охрана.
Да? Солнце, да? Говорит, нужна охрана, нет здесь. Злодей, хорошенький, причем. Вот так вот. А мне какие-то странные способы предлагают, какие-то кого-то там вызывать. Просто сделайте, как было. Охрана ходила здесь, никаких инцидентов не было. Патрулировали они. Даже если его здесь не будет в данный момент, когда что-то происходит, тот человек, который нарушает, он будет знать, что тут ходит охрана, в любой момент могут прийти и скрутить его. А если он знает, что никакой охраны здесь нету, то может творить, что хочет. Вот так вот. И ничего тут сложного не надо. Здесь парк, тут охрана обязательно нужна. Тут центр Москвы. Почему тут в парке нет охраны? Это что такое вообще? Побежали. Тут еще один бегает. У меня кончились орехи эти. Я имею в виду, у меня тут были какие-то. Солнце, иди сюда. Ну ладно. Все, надо уходить отсюда. Что-то я тут задержался. Тут сейчас было 6 или 7 белок, но пришли люди. И все белки убежали, разбежались. Я, кстати, сказал им, что сейчас белки разбегутся. Но люди пришли кормить белок кормушком. То есть тут кормушки, он есть. А там, где кормушек нет, там белок никто не кормит. Это интересно, как так? Ну ладно, все. Такое видео, размышления на тему правопорядка в парке. Что тут ползает? Солнце. Я не понял, чего ему нужно тут, этому бельчонку. Тут ему орешки лежат. Кедровые лежат. Смотри, какая вещь. Неужели он... Ну-ка, сейчас посмотрим, вернется он. Не, куда-то далеко убежал. Ну ладно, все. Все, такое видео.